Эта кража ничего общего не имеет с красочными сюжетами блокбастеров из кино. Но для села Пятихатки, где кражи автомобилей случаются нечасто, максимум раз в год, это целое событие. 22 февраля 2015 года в дежурную часть отдела МВД России по ГУРНАПу поступило сообщение о том, что в поселке Пятихатки, улица Анапская, похищен автомобиль. Незамедлительно осуществлялся выезд на данный адрес, где было установлено, что данный автомобиль марки ВАЗ-2174 красного цвета отсутствует. Также на место прибыла следственно-оперативная группа с города Анапы. Автомобиль нашли через сутки в садово-огородническом товариществе «Кубань» во Враге. Автомобиль был распилен. Отсутствовала крыша, салон заполнил металлоломом. Таким хитрым способом решил улучшить свое материальное положение другой житель села, почти сосед. Пытался сдать в пункт приема металлолома, не удалось. Объяснил поступок свой тяжелым материальным положением в семье. Я не хотел этого делать, но вроде бы смою, автомобиль бесхозно стоит. Я решил его взять, зацепить за трос другого автомобиля и в дальнейшем оттащить в пункт приема металлолома. Предприимчивого мужчину ждет суд. Автомобиль вернули хозяйке под расписку о сохранности.